Ну что, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Том Райдера продолжаем проходить, понимаете? Том Райдера. Ну и чё, блядь? Ну и что Том Райдер? И? Да нихуя, блядь. Просто интересная игра. Кому она нахуй? Ты чё, охуел? Что-то всем интересно, блядь. Мне лично она интересна, блядь. Ну вот и всё, блядь. Ну ладно, извини, пожалуйста. Ну всё, блядь. Так уж не говори, хорошо? Хорошо. Блядь. Короче, прошлую серию мы с вами прошли прям, ну так, не так много, переоделись, ёбана, блядь. Все с кайфом сделали, да, ушли от этих, блядь, вот этих, блядь, злых людей. И куда-то, я не помню куда, вроде куда-то идем. В общем, сейчас все вспомним, сейчас все увидим, сейчас все, блядь, да, поймем, ёбана, с вами. Потому что поудобнее, при этом если кто хочет, прям чипите, пить воды или кофе пиите. Приятного просмотра, Саша, подобно, давайте прядик, еще раз приятного просмотра вам, а мы начинаем. О, собственно, где-то мы здесь с вами были. А, мы пришли за этим челиком, за другом, точно. Мы должны ему, короче, что-то найти, да? Аптеку. Вон там мы видели, короче, где-то вот там, блядь, да? Вон там. Или где-то вот там. Вон там. Вон там. Был волчара. Пошлите, что нам сейчас туда следует, нужно идти, блядь. Кого, блядь? Что у нас по заданиям, подожди. Ну ладно, туда на возвышенность идти. С вами, короче говоря. Но возвращаться ебать обратно, понимаешь? В чем прикол? Давай, распрыжечка пошла. Ага, ебать, головоломки. Значит, да. Подожди-ка. А это случаем не вот это вот? Подожди-ка. О, стрелы. Нам они 100% нужны. Не, подожди, как-то, короче, мы должны забраться вот на эту крышу, как я знаю, да? Как я понимаю, если правильно, конечно, понимаю. Здесь вот. Да. Блять, тихо. Мать, ты чё? Охуенно. Спасибо, папаша. Надеюсь, ли это огонь? Вон он, я вижу. На, соси бибу нахуй. Пошли, нам нужно кое-что с тобой сделать. Где эта хуйня-то, блядь? Ящик. Ну, блядь, хоть что-то, нахуй. Ёбала, давай! Да ёбана того рот, блядь. Подожди, может там вообще не туда? У меня больше ничего такого. Странный залп, а куда? А куда? На, ну либо это ядро, либо нам вот сюда. А! Ёбаный сыр. Эти руины периода Камакура. Это тоже была часть Яматая. Вставляешь? Ёбнешься, да? Опа. Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд? Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов.
В любом случае, ему нужно было выпить. Понятно. Ну чего тут веревка тут? Непонятно, залупка вообще. Зачем вот перезарядить ставлю? Зачем я перезаряжаю лук? Я R нажимаю, чтобы перезарядить, понимаете? Это вообще пизда ебаная. Смотри, получается, мне нужно как-то эту хуйню сжечь, да? Опа. Или нет? Пошли кого же сгоняем. И тут темно сжечь. Блять, стрелу забери, так любого. Хуй, да? Ну понятно, реализма ноль, игры. Тихо, блять. О, бля, тихо. Я вообще, бля, хуй знает, куда нам, чего нам, бля, делать здесь. Какие-то веревки, бля, где-то. Подожди-ка, дай-ка мне подумать чуть-чуть. Здесь чем-то есть веревка. Где мы сейчас с тобой? С тобой здесь, да? Получается, нам нужно идти сейчас, ну, вот так вот, сюда. Потом как-то, блядь, пробираться, блядь, вот здесь, вот, вот сюда. Потом сюда идти. Подожди, это здесь еще веревка, да, есть? Вот надо. Ну, это чтоб наоборот оттуда спуститься сюда. Ну ладно. Ладно, что тут нет ничего даже, блядь. Мать, бежи. Блин. Что, дурак, что ли? Я видел, как ты когда только прыгнул, она, блядь. Молния это, да. Самая нахуй. Сделала. И нахуя мне это нужно здесь? Здесь, наверное, должен тут как-то добраться, да?
Или что, блядь? Или наоборот? Ну давай, 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 давай. О! Тихо, тихо. Он и бобин, нахуй. Рюкзак там. Где там, блядь? Подожди. Что это значит? Нужен только рюкзак. И все. Даже рюкзак, смотри, как всегда, сзади сейчас будет волк ебать. Проверяй, блядь. Так, теперь нужно вернуться к роту. Мужик, да блядь, ты калибр ебнешься нахуй. Ты лучше не выходи, блядь. И вот туда, наверное? Нет. Давай, ебать, паскуда, выскакивай, блядь. Блядь, вот. А, блядь. Куй ноль, блядь, ты что, дурак, что ли, блядь? Нажми кнопку ноль, блядь. Сейчас. Я просто не могу понять, какую ноль, блядь, ты что, ебанутый, блядь? Какую ноль, нахуй? Кнопку ноль, блядь. Ну, совсем еблан. Я понял, ладно. Давай попробуем еще раз. Что мне делать, блядь? Что мне делать? Какую ноль, блядь? Ноль нажимать мне, что ли? Нажать-то, дурак, что ли, блядь? Сейчас, блядь! Пошел в рот!
что мне, блядь, нажать? Ты дурак, что ли, блядь? Ноль нажимать? Ноль мне нажимать, блядь? Блядь, заебала меня эта хуйня уже. Кнопку 0 нажми. Давай, окей. Может, это Enter, я не знаю, блять. Чё кнопка на? Какая кнопка? Ты что, долбоёб, что ли, блять? Подожди-ка, нахуй. Я ебал рот этой хуйни. Я сейчас, нахуй, а то, блядь, просто выйду из этой игры, блять. Ребят, я не знаю как. Я честно, блядь, даже не шарю как. Я правда не понимаю, как случилось, блядь. Ну вот как-то случилось. В общем, не записалась в прошлой серии вообще никак. Чуть записалась, все. Меня это, конечно, расстраивает. Очень сильно расстроило, поэтому сегодня попытаемся все записать. Сегодня, короче, объединю просто две части и все. Типа две серии просто решил объединить и все, потому что первая так себе записалась чуть-чуть только и все. А сейчас вроде все окей. Вкратце объясняю, прошли волка, блять, принесли этому мужику рюкзак, все с кайфом. Он сказал, блять, теперь объяви нахуй этот, блять. Сделаю вызов в бегстве. Я такой, окей. Для человека вот мена там, блядь, здесь нашли калаш. Или ну, не калаш, а какой-то, короче, автомат, и теперь мы с ним. Конечно, смотрите, теперь у нас есть с вами вот такое оружие, ебать. Понятно? Теперь у нас вот такое оружие есть. Данс патрон всего лишь. Я сюда мы дошли, конечно, вот здесь я нашел, блядь, оружие и все. Вот тут мужик лежал, где он? Где он? Вот он. Блядь, где он, ебаный? А, вот здесь он лежал. Вот здесь, конечно, он лежал. Вот здесь он лежал, он пропал почему-то какого-то хуя, ну ладно. Не суть важно. Давай. Ого, патрончики сразу залутали. Так, здесь у нас. Опа. Тайник нашел я. Здесь больше нихуя. Точно. А вон там. Может, тайничок где-то еще есть. А может, все-таки есть этот тайничок. Ладно, не суть важно. А, блядь, точно. Ну, let's go, короче. Сейчас будем с вами пока с луком гонять, потому что он более выгодный. Ебать. Дай мне лук. Бам нахуй. Давай, тварь. На, ёпта. Сосал? Ох ты, сучка, блядь. Да ты, сучка, блядь. Долбоебик. Давай, ебан. Ну выйди, выйди, выйди. Ну выйди, ебано. Вроде нормально. Вот живем, 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 живем. Пока живем, 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 живем. Ебать, ты смотри.
Ёбаный рот. Прикинь, засаду устроили. Прикинь, засаду устроили нам. Это такое не одобряется вообще нихуя. Так, опа, тайничок. Кунт с картой. Тайник один. Здесь документ. О, лагерь здесь, прикинь, есть. Лагерь, значит, сейф. Давай сейчас все заберем. Быстренько. Отец Матиас освободит нас. От чего? От острова? Скорее всего. Так, здесь больше нихуя. Тут хуйню надо поджечь. У нас есть чем, блять, хочет. А он есть чем. Мальчик, ты не на того нарвался, понимаешь? Ты не на того просто полез. Дай-ка сейчас на минуточку. Здесь вроде все собрано, да? Вон там наверху надо еще посмотреть. Надо эту хуйню сожрем. Ты же, наверное, нам из-за этого тоже какие-то чивки дают. Собственно говоря. Ладно, погнали, быстренько, наверное, разберемся с тобой. Здесь, собственно, тоже что-то должно быть, да? Я понимаю. Да. Здесь лагерь какой-то. Ох, бля. Нельзя подобрать. Так, ну лагерь у нас вот он есть. Спасибо Роту за его тренировки. Да. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе, но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Не одно очко, да, есть. Мое, хоть что. Собственно... Больше боезапас. Ну, это пока не так. Грязная борьба. Не, ну мне вот это больше. Вот это больше. Да, посмотрим, что тут у нас. Зеленый частух, ага. Искусство выживания, получать больше за раздел животных тайник. Ага. Тщательно смотреть ящик в поиск запчастей. Кстати, очень охуенная тема. Как мы поняли уже. Потому что чем лучше мы делаем оружие, тем оно пизже стреляет. Ну и больше урона носит там. Мы настолько преуспели свежий туш, а, что получать при этом сегодня для оружия. Охуенно. Вот это мне очень, типа, очень-очень даже интересная тема. Ну, давайте вот это освоим. Да. Часть больше вещей из ящиков и других источников. Ну, хотя бы так. Так, быстрый переход. У нас снаряжение есть. Собственно, здесь мы на 10%, да, все сделали. Лук с усилием плечами можно нанести сильнее, чтобы позволять увеличить урон от выстрелов. Весь 50, да, пока посмотрим, что у нас для писта. То что ледоруб у нас все уже максимально. Да, посмотрим, что у нас для писта с тобой есть. Автопуст, либо с новым режимом. Отсчитаем 3 выстрела. По 3 выстрела для включения. Нет, это хуйня ебаная, мне не нужна вообще. Неинтересно, блять. Затвор уменьшаю. Отдачу уменьшается, а вместе с этим повышает точность урон. Думается, повышается точность выстрела и наносимый урон. Удар. Чувствительный выпусковой крючок повышает скорость стрельбы. Ну, давай, короче, вот это с тобой. Ебанем. Меньше отдачи, да, у нас с тобой теперь. 270 у нас. Да, попробуем автомат. Че тут для него? Магазин. Величий магазин помещает на 15 патронов больше. Приклад. Рифленый приклад рвать, могут взять оружие при стрельбе.
Двойной магазин и экстратор. Шлифовка экстратора повышает скорость. Что-то отвод порохового газа тем самым уменьшает отдачу. Вот это мне вот тема нужна очень сильно. Че, лук? Лук, да? Все-таки лук. Ну давай лук с того еще. Уже до конца прокачаем его. Собственно, да. Собственно, вот так вот. Подожди, давай сразу тогда сохранимся, брать. Сюда, да-да-да-да-да. Перезаписать, конечно. Че, нам ебашить куда? Куда нам с тобой идти-то вообще? Нам еще вниз вроде, да? Ну, вот сюда мы хер разберемся с тобой. Нам, собственно, с тобой вниз вообще. Да, попробуем, как это все стреляет вообще. Не сильно ничего изменилось. Автомат я не... Хер что делал. А лук? Я понял, окей. Let's go, чё получается? Let's go. Так, здесь у нас нихуя, собственно, да, собственно, ничего не займемся. Давай. Угу. А, блядь, вот для чего, да? Давай. Блядь. Охуенно. Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле, очень высоко. Здорово, мужик, спасибо, блядь. Опять наверх? Прекрасно. Спасибо, блядь, за очень полезную информацию, я так считаю, да? Собственно, нам нужно вон туда пиздошить. Ёпанус. Так, давай с тобой. Ну, на бул дают, да? Это очень хорошо, что нам тут что-то дают. Опа. 6 сентября 82 года. Итак, я остался один. Остальных больше нет. Оно и к лучшему. Я наблюдал со скалы, как буря швыряла и крутила их самодельная утлая суденышка. Свинцовые тучи нависли над самой водой, как карающая длань, тянущаяся к одинокой, обреченной на гибель лодке. Этот шторм не пережил никто. Буря налетела неожиданно и была явно локальной. Я специально следил за развитием событий, и также внезапно все вдруг прекратилось. А что самое интересное, я уверен, все это не было случайностью. Тут чувствовался какой-то умысел. Не знаю, что происходит на этом острове, пока не знаю. Но если я надеюсь выбраться отсюда, то должен во всем разобраться. Пора браться за дело. Собственно, да, тут оно само случится, нам не придется читать, как минимум. Вот, и оно само все озвучивается, все прикольно. Одиночество. Матиас пожертвовал с товарищами по несчастью, чтобы изучить этот остров. Что же это за ужасный человек? Согласен, блядь. Ёбнешься, блядь. Вообще, блядь. Здесь проще нихуя точно нету, блядь. Ну, блядь, чё, let's go, блядь. Ну, вот, ладно. Ох, бы эта вышка заработала. Да, я тоже так думаю, слушай. Да, нахуй.
Ох, бля. Так, ну чё? Тут, надеюсь, нихуя, снег. Да? Снег. Чалуй. Аномалия. Хуя себе, да? Лагерь. Ну, блять, нам нехуй, короче, что делать. Давайте сохранимся еще раз. Еще раз-то мы тут сохранимся, собственно. Да-да-да-да-да. Все хорошо. Теперь я спокойно, блядь. Ну его нахуй, слушай. Погнали. О, блядь. Я не знал. Я правда охуел. Снег. Аномалия. Опа, нахуй, не дал. А, опять как с волком, бля. Ну давай, 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 давай. Бля, ты что, не ешься, блядь? Аномалия. Ну если что делать? Опа, нахуй. Видал? Успел, нет, блядь. Чего, блядь? Снег. Я же успел, блядь. Аномалия. Он все разные, видите, каждый раз. Отдай! А, помочь, блядь, точно я. Блядь. Аномалия. Пиздец, да, ебанешься, блядь. Давай, блядь. Отдай! Как это проходить-то, блядь? Снег. Аномалия. Блядь, скоро выучат слова, ёбнусь просто. Жмите, блядь, F, чтобы пнуть. Я пинаю, блядь, пинаю, мужик. Пинаю, блядь. Блядь, может сразу F нажать? Не нужно по КМ нажать. ЛКМ. Какой-нибудь. Что нужно нажать, просто F нажать. Ну, ёба, блядь, заебал ты меня, блядь. Да, блядь, да, F нажал, блядь. Вставляет, могу просто F нажимать. Ёба, блядь. Черт! Сколько их тут? Я поздно. Бам. Давай, сучка. Выйди, 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 выйди. Бам. Серьезно? Серьезно, да? Бля. Давай, уебок. Ну давай, давай. Ну что ты там кидал свою хуйню, блядь? Ну уже. Сосал, уебок. Блядь, против нахуй этого нет приема, блядь, никакого, блядь. Блядь, лома нет приема, блядь. Подожди, вот здесь. Больше него ничего нет. О, блядь. Блядь, что? Блядь, ну давай нахуй, погнали. Сука.
свидания, пес. С него попизже стрелять. Блять, это тварь. Ну, один. Блять, что, сколько у них, блять, хп-то? Сколько у них хп там, блять? Давай нахуй пробовать с стрелами на его нахуй. Да, здесь точно ничего больше. Ой, блядь, что? Мальчик, ты чего? Я ж пошутил. Блядь, я ж пошутил. Блядь. Бать, вы мажете, мальчик. Сосали, блядь, останови, блядь. Да? Остановили хорошо? Короче, им чисто в голову надо кверить, да? Правильно понимаю? Где он туда ебашит? Туда я никак не заберусь. Блять, стой. О. 13 октября 90-го года. За прошедшие годы здесь не раз появлялись другие люди, но я старался их избегать. Если же они становились у меня на пути, я устранял помеху. Но теперь понятно, что одному не справиться. Чтобы чего-то добиться, мне нужен полный контроль над островом. Итак, следующая задача — собрать небольшую группу верных последователей с четким пониманием жизненной необходимости организации. Но что еще важнее, они должны быть готовы без колебаний убивать. Насилие станет частью их жизни, так же, как железная дисциплина, конечная цель и работа. И остров станет моим. Вот тогда я открою тайну этих бурь. Матиас, страшный человек. Так спокойно говорит, о жестокости убийств это безумие. Охуеть, блядь. Короче, он, блядь, все-таки злодей, да, получается? Получается, что так. Бля, как тут забраться, подожди. Уж как-то можно забраться. Я, блядь, уверен, блядь. Ну, блядь, нельзя, нахуй. Ну, понятно, блядь. Ну, броевичка, блядь. Прошли, нам эта хуйня нужна, блядь. Не знаю, нахуя, но нахуя это нужна нам. Наверное, что здесь что-то поджечь, нет? Добрый вечер, блядь, давай. А я вижу, блядь. Прям хедшот, кстати. Мальчик, ты чего? Давай. А? Пососи хуйца. Даже там патрон нет, что ли, блядь? Есть. Ну что, блядь? Давай, ты один остался, ёбаный. Все, мой пес остался. Так, ну давай пособерем его тут. Ну его нахуй. Ай, блядь. Что-то больно. Ну, блядь. Не-не-не-не, мужик, я к боссу не готов. Вообще, у меня патронов нету, нахуй. Убей. Стой руки, она моя. Ой, блядь, мужик, ну ёбаный. Сал, блядь. Давай.
еще уебан, блядь. Думал, сюда легко. Думал, все так легко, блядь. Ну, блядь, девочка простая, блядь. Еще. Пока что, блядь. Так, что у нас здесь? По этим Патрикам. Бесконечные Патрики, ну охуенно. Так, собственно, бля, вот это надо экономить. Вот это всем надо экономить. И вообще Патрики нужно экономить. Давай лучше стрелами. Ну его нахуй. Я тебя базарю. Ну его нахуй, мужик. Ой, что? Это же девушка, точно. Нихуя не понял, ладно. Так, собственно, погнали, чё. Тут же больше ничего нет такого, блядь. Пошел. Там все полное, полное. Окей. Бля, ну вот это, конечно, анимация, я рот ебал, пиздец. Просто смотри, блядь, просто руками сюда стоят, я охуел. Ладно, допустим, блядь. Подожди, здесь не просто так огонь, верно? Не просто так он здесь. Ну понятно, что делал он для той хуйни, но нет. Вон там тоже огонь, видишь? Бля, здесь нет ничего потайного, можно сказать. Во, тихо, блядь. Блять. Я, может, здесь что-то упустил? Вроде нет. Дверь. Подожди, блядь, с дверью нахуй. Здесь тоже огонь. Подожди. О, бля. Собственно, что тут пропустил? Опа. Интересная тема. Тайнички всякие. Какие-то солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Может быть. Может быть, все возможно, все возможно, все возможно. Стрелу, да? Да. Опа, добрый вечер, бля, как я вас не заметил здесь. Добрый, блядь. Ну подожди ты. А, охуенно, не могу, прикинь. И не дают поджечь. Охуенно. Пошли, может нам наверху еще нужен будет, не знаю. Здесь же не просто как огонь, да, везде, блядь? Понятно. Так, здесь лагерь. Я понял. Здесь ничего, какого никакого лута для нас не припрятано. Так вот эта книжка, блядь. 17 сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них — это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно с нее. Матья стремится спасти чистинную природу острова, но с какой целью? Я хуй его знает. Че, давай посмотрим, что у нас да как. 441, кстати. О, навык. Блять, алло. Слышь, а где мышка? Блять.
Не понял, нахуй. Вообще не понял прикола, блядь. А вот надо, блядь. Нам вот сюда, да, с тобой сначала. Так, чё, давай с тобой чё-нибудь охотник. Боезапас. Тут всего лишь здесь расстрел и поиск запчастей. Лов. Подожди, здесь есть ловкость. Пистолет, винтовка, дробовик. Вот это я хуй знает, ну залупка это, блядь, честно. Короче, давайте вот это мордерство, участие смотрите тела сбитых врагов, поиск боеприпасов. Это очень нужна тема, потому что боеприпасов не так много. Да-да, давай, блядь, потому что не так много боеприпасов, как я понял, блядь. Это очень плачевная хуйня. Снаряжение. Ну, собственно, пистолет вот прокачали уже, да? Уже хорошо. Проверим его в действии, получается. Ну, я понял, окей. Окей. Let's go дальше, получается. Let's go дальше с тобой. Так, нам куда вообще, блядь? Нам вот дальше. Опасная хуйня. Ладно, вперед. Опасная тема. Да, текстура, блядь, понятно. Сквозь текстуру руки, ну понятно, блядь. Ух, ебать. Еще выше, блядь, куда ты еще выше хочешь? Охуеть. Опасненько, опасненько. Алекс? Лара? Я у пульта. Так. Эта башня должна усиливать сигнал передатчика. Найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй, мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Thank you.
Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Эндьюранс. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Эндьюранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Я справлюсь. Топливные баки. Да, жди-ка, блядь, с топливными баками. Явно какая-то есть тема. Подожди. Я знаю эти игры ваши. Подожди, что-то в доме должно быть, 100%. Вот мне кажется, что-то вот тут, 100%. Если ничего нет, значит, блядь, ну, извините. Ну, ей, что я говорю. Это мне и нужно. Здорово, я, блядь, не зря так все взошел, получается, да? Искал вообще лут. Давай! Разрывных нету.
Пилот, мне нужно к нему. Нужно, нужно. Вот их можно раскачивать. А, блин. Дыш. Чего, блядь? Я понял, что можно. Лёх, не говори, что мне, блядь, понятно. Нахуй! Мать, беги! Блядь, ты что? Прошу прощения, она сама так сделала. Прибашь, 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 прибашь. О, блядь, нахуй. Ёбаный сыр. Блядь, хватайся. Ёбать, на рот. Да, блядь. Здесь сука 100% нету, блядь. Ох, блядь. Сначала застрял, блядь, а потом как не застрял, и все, да. Ох, что хочет. Не ожидал? А я, блядь, все знал. Ты что думал, блядь? Так, ну давай лук. Здесь, собственно, нихуя врать, да? Здесь большая... Опа. Опа-на. Она мне... Блядь. Не понял. Что ты делаешь, блядь, Алена? Так, это у меня максимум, окей. Я же так понимаю, попробую что-то за лупусе подниматься, да? Подожди. Подожди-ка. Надо сначала сохранимся с тобой, да? Снова. Как говорится, да. Не да, а нет. А нет, не да. Давай вот сюда. Для начала. Ну, забирайся, ебаный, блядь. Опа-на. А я так понимаю, не зря я сюда шел, да, кроме? Ну, блядь, плюс 40 этих, блядь. Самых, да. Ну, этих самых. Деталей. Лагерь, да, получается у нас. Ну, сегодня посмотрим, что у нас есть. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Не всему, к сожалению. Приклад, чтобы он по хотя бы получше стрелял. Бля.
Давай на этом с тобой закончим такую серию, да. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился. Ссылочка в описании, телеграм-канал, ваших каналах. Также в описании находится там инсайдики и уведомления о видео. Если тебе интересно, подпишись, почему нет. Узнаешь первым или одним из первых, когда пошло видео. Вот, в принципе, все. Спасибо еще за просмотр. Спасибо еще раз за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Это ваша поддержка мне. Почему бы нет? Причем очень классно, много разнообразных видео выходит на данном канале, на данном ресурсе. Вы можете сами посмотреть. Там и шашечки, и КС-очка, и Валорантик. Ух, бля, и прохождение, конечно же, выходит тоже. Вот, еще раз спасибо за просмотр. Надеюсь, вам еще раз, да, скажу, понравилось. Вот. Если вам не сложно поддержать, поддержите меня таким образом, лайком, подпиской. Мне очень приятно. Комментарий по желанию. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях, в других играх. Давайте.